В парке Раздолье уличные гуляния. Здесь и мастер-классы, и народные песни. А главный атрибут второго фестиваля народного творчества «Валенок энд лапоть» – русская традиционная зимняя обувь – валенки. Лапоть и валенок. Валенок и лапоть – это удивительный фестиваль, который демонстрирует накопленный поколениями великолепнейший опыт народной культуры, ну и адаптирует ее в абсолютно современные условия. Зимний фестиваль, как и его осенний собрат под названием «Лапоть энд валенок», объединил в себе все направления народного творчества. Присоединился к празднику и депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия», заслуженный артист России Денис Майданов. Мы с тобой одной крови, мы с тобой одной боли. Хороводы, конкурсы, ярмарка, выступления творческих коллективов со всего округа. Дети и взрослые в восторге, ведь парк давно известен как отличная площадка для проведения праздников в любое время года. Самые классные, веселые активности от детей, вот от нуля до вот там старшенькие бегают, участвуют, хороводы водят. Все прям на высшем уровне и недалеко от дома. У нас прекрасное жюри, которое выделит самого лучшего, самого интересного. И эта команда получит не только гран-при, наш прекрасный кубок, который сделан специально в Гжеле, но еще и получит сертификат, который выдает комитет по культуре нашего Одинцовского округа. Сертификат на право проведения своей уличной программы в центре города Звенигород на Масленицу. Целых два дня фестиваль «Валенок энд лапоть» радовал посетителей парка. Каждый коллектив, который выступил на сцене, получил диплом участника конкурсной номинации «Уличные гуляния». Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».